Санкт-Петербург, великий город, взнесенный словом над Невой, где небосвод давно распорот адмиралтейскую иглой. Как явь плелись твои туманы, видение двухсотлетних снов. О, самый призрачный и странный из всех российских городов! Недаром Пушкин и Растрелли, сверкнувши молнии в веках, так титанически воспели тебя в граните и в стихах. И майской ночью в белом дыме и взрывании зимних пурк ты всех прекрасней, несравнимый блистательный Санкт-Петербург! Браво! Добрый день! Я очень рад, что вы все пришли, нашли время и прийти на уникальнейшее мероприятие. Здесь присутствует народная артистка России Татьяна Людвиговна Пилецкая. После войны Татьяна Людвиговна Пилецкая вместе с моей двоюродной бабушкой танцевала на сцене театра эстрады. Поэтому мне очень приятно, что Татьяна Людвиговна сегодня присутствует. Спасибо. Я передаю слово Сергею Соседову. Наш друг Михаил Усачев-Познанский празднует сегодня день рождения. Ну, вы это уже, наверное, знаете. Мы его сегодня, я думаю, не раз еще поздравим с этим замечательным днем. Это действительно очень интересный человек. Это искусствовед, музыковед, это балетный критик, очень чуткий, эмоциональный в восприятии музыки человек, что очень важно. И его отец, вы, наверное, тоже знаете, это известный музыкальный историк, скрупулезный биограф Петра Ильича Чайковского, Александр Познанский, вот наставил Мишу на этот путь искусствоведения, хорошего вкуса, хороших манер, аристократизма вот этого, который он сейчас продемонстрировал перед вами. Это очень здорово. Вот эта манера продолжает, так скажем, петербургскую старую культуру, о которой мы стали уже, наверное, потихоньку забывать. И, собственно, вот данное мероприятие, этот концерт, он должен продолжить старую традицию петербургских музыкальных салонов. Во всяком случае, нам бы этого очень хотелось. О Мише говорить можно, конечно, долго, но все, конечно, имеет корни. Это, конечно, не только родители, но и желание самосовершенствования человека, желание учиться, познавать музыку, искусство. С детства он пел в Доме творчества юных, тут же на Невском проспекте. На Невском проспекте он и родился. И пел в хоре, и играл даже на баритон-горне, на таком музыкальном инструменте, о чем я узнал, например, с удивлением. Редкий довольно-таки инструмент, и чтобы мальчик, ребенок вдруг начал овладевать этим инструментом, ну, это редкость, согласитесь. Тем более человек, он достаточно молодой, ему еще не так много лет. И сегодня я не буду долго, конечно, продолжать свою вступительную речь, чтобы не затягивать нашу программу. Сегодня прозвучат произведения, которые любит Миша. Любит только то, что любит он, сегодня будет звучать. По его заказу, по его просьбе. Будут петь его друзья, будут играть его любимые музыканты. И, кстати, первое произведение, которое прозвучит в концерте, покорила маленького мальчика, семилетнего, настолько семилетнего мальчика, еще не было у него никакого музыкального кругозора, покорила настолько, что он вместо того, чтобы пообедать в первом классе на деньги, которые ему дала мама, он
купил на эти деньги аудиокассету с этим произведением. Ну, уникальный ребенок, согласитесь. Это редкость не только сейчас, но и в то время тоже было. И это произведение, я думаю, вы уже знаете, какое. Его сейчас я с удовольствием объявлю. Людвиг ван Бетховен. Соната для фортепиано номер 14, до диез минор, лунная. Маленькая такая деликатная просьба. Сегодня прозвучат все три части сонаты. И у нас сегодня есть видео. Нас снимают на камеру. Просьба между частями этой сонаты не аплодировать. Такая деликатная просьба. Я сразу прошу за нее прощения. Да. Итак, лунная соната. Играет пианист-виртуоз, тонкий интерпретатор музыки Бетховена, лауреат международных конкурсов Олег Вайнштейн. Thank you.
Романс. Сейчас три таких романса прозвучат. Я приглашаю на эту сцену лауреата международных конкурсов, мисс Романс Санкт-Петербурга, Наталью Сорокину. Партия фортепиано Александр Платонов. Прошу любить и жаловаться. Музыка Бориса Фомина на стихи Дактиля. Как это тонко, ограненный
Страха заглянуть. Пусть
Итак, Раймонда, в обработке Островского на стихи Аркадьева «Если можешь, прости». Михаилу, потому что все эти романсы из репертуара великолепной королевы романсы «Белой цыганки» Изабеллы Юрьевой. Да, давайте ей поаплодируем, она этого достойна. Градус нужно сейчас удержать. И я думаю, что это у нас получится, потому что сейчас на эту сцену вновь выйдет потрясающий музыкант. И как мы сейчас увидим, это не только тонкий интерпретатор, исполнитель музыки Бетховена и других замечательных классических композиторов-гениев,
но и прекрасный исполнитель популярных мелодий. Итак, попурри у рояля, лауреат международных конкурсов, Олег Вайнштейн.
Рамштейн, мне сдается, не ниже лунной сонаты Бетховена. Во всяком случае, чувство ностальгии по хорошей музыке, в хорошем кино, и даже по великой музыке, в великом кино, вот он в нас возродил. Как это здорово. А сейчас переходим тогда уже к эстрадной классике, как к чему-то само собой разумеющемуся. Я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов Динара Байтимирова. Динар, прошу вас. Дина Каницкая. На стихи Евгения Петрушенко «Твои следы». Следов нет расставания, но поверни.
одно Бабаджанян, или не одно Бабаджанян, оттуда еще. Что вы хотите сказать? Если позволите, дорогие друзья, добрый вечер. Хочется поздравить Михаила с днем рождения. Вы знаете, перед тем, как зайти сюда, в этот замечательный зал, мы с Михаилом перекинулись буквально двумя фразами, в которых, я думаю, что люди, которые знают Михаила лично, они его прекрасно по этим фразам узнают. Я спросил Михаила: Михаил, сегодня, в свой день рождения, насколько вы себя ощущаете? На 18, на 22, может быть, на 25? Михаил ответил: на все 100. Я поэтому могу только сделать два вывода о том, что сказал Михаил. Во-первых, у Михаила замечательное чувство юмора. Вы согласитесь, правда? А во-вторых, Михаил замечательно сохранился. Если не так. Сейчас для вас мы исполним одну из любимых песен Михаила. Называется она... Yeah.
этой оригинальной преджазованной версии знаменитой песни. Я слышу такой вариант исполнения впервые. Кто это придумал? Ну, это какой-то симбиоз наших творческих усилий. Ну, конечно же, Дина Каминская, конечно. Дин, это ваша история? Мне кажется, вы порадовали всех наших слушателей вот таким неожиданным решением знаменитого хита. Спасибо. Спасибо вам. А что, вам не очень понравилось, да, что-то не жарко аплодировали этой версии? Всем понравилось, наверное, да? Вспомнили, наверное, Муслима Магомаева, вспомнили, наверное, Соню Ротару, которые исполняли эту песню прежде и эталонно, конечно, исполняли. Но я считаю, что такая версия и имеет место и должна быть. Должна быть, нужно по-разному интерпретировать популярные песни. И это проверка на индивидуальность исполнителя, индивидуальность артиста. Вот такое решение. И я считаю, это надо приветствовать. Да. Это замечательно. Да. А сейчас снова, наверное, такие мои размышления, снова мой рассказ, наверное, о нашем виновнике торжества. Дело в том, что он не только пел в хоре, не только играл на баритон-горне, не только писал статьи и рецензии о балете, о музыке, он еще, оказывается, и танцует. И танцевал он тоже с юности, танцевал характерные танцы, еврейские танцы в том числе, и танцевал очень здорово, ярко, вдохновенно, талантливо, что это оценил даже никто иной, а Махмуд Эсамбаев. Вот ведь что. Миша даже хотел тут протанцевать сегодня что-то, да, изобразить, но я сказал, что мне кажется, сегодня не нужно танцевать, да, потому что сегодня должна царить музыка и вокал, и все лишь тебе сегодня, все приношения, все посвящения тебе, да. А танцевать мы будем с тобой позже, я думаю, да. Или в другой программе какой-то, безусловно. И сейчас мы переходим как раз вот к очень интересному такому эпизоду нашей программы. Клезмерская музыка, еврейский джаз. Многие не знают, что это такое. Действительно, говорить об этом можно очень долго, долго читать лекции. Мы даже с музыкантами перед этим концертом много говорили о том, что такое клезмерская музыка, и это искусство, откуда оно взялось, потому что много существует теорий, действительно. Ну, вкратце можно рассказать, наверное, так. Дело в том, что после изгнания евреев из Палестины царем Навуходоносором II, в 538 году до нашей эры, евреи расселились по всему миру и, естественно, впитывали в себя музыкальные традиции и фольклор тех народов, тех стран, на территории которых они проживали. Клезмер в переводе с идиш – это сосуд для музыки, музыкальный инструмент. Ну, этим же словом обозначается еврейский народный музыкант-инструменталист. В основном клезмеры жили в Восточной Европе, главным образом в России, ну, естественно, подпитывались фольклором русским, польским, украинским, молдавским, венгерским, то есть тех народов, которые жили рядом с Россией. Естественно, подпитывались, препарировали этот материал, этот фольклор, развивали его, добавляли туда свой какой-то колорит, свою экспрессию, потому что евреи – это очень экспрессивные музыканты. И таким образом вот и создавалась еврейская музыка. Она как будто бы, да, соткана из разных фольклоров, из разных разновидностей, разных музык, но при этом она имеет их колорит, их еврейский колорит. Не будем стесняться слова «еврейский». Слава Богу, что оно сегодня звучит и так часто, и открыто. И это здорово, что эта музыка сегодня звучит. Не буду вас больше утомлять рассказами, потому что я бы мог еще много говорить.
Сейчас я просто приглашу сюда музыкантов-виртуозов, клезмеров. Это Илья Гиндин, кларнет, и Евгений Хаздан, фортепиано. И они сегодня покажут нам, что такое еврейская музыка, свадебная музыка при этом. Они играли на свадьбах, они играли на площадях, за столом, да, во дворах. Куда просто приглашали этих музыкантов, я имею в виду клезмеров. Да, и, друзья, проходите, конечно. Илья, Евгений, проходите. И вот сейчас мы услышим эту музыку из первых рук. Илья Гиндин, Евгений Хаздан. Thank you.
маленькую, да? В самом конце. Хорошо. По случаю. Ну, кто это сказал? Ну, как же? Как же без нее? Уникальную музыку, я невольно вспомнила свою первую профессию – балет. И когда мы с своей бабушкой танцевали в эстраде, нам аккомпанировал оркестр под управлением Михаила Корика. Может быть, кто-нибудь помнит такого. И почему-то человек из оркестра подошел ко мне и сказал: «Я хочу вас научить играть на саксофоне». И вот, глядя на эту виртуозную музыку, на эти пальцы, я невольно вспомнила этот эпизод. И он действительно принес
тенор, саксофон, и научил меня играть. Я выдувала в то время «О, мое солнышко». Так что вот оно, это, конечно, дальше не пошло, но невольно, глядя на эту удивительную виртуозную игру, я вспомнила вот этот эпизод. Мишенька, иди сюда, дорогой. В день рождения мы всегда мечтаем, правда, о том, что у нас будет впереди. Я хочу тебя пожелать от всей души, мы знакомы с тобой очень давно, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы этот год был у тебя веселый, радостный, успешный. И вот я тебе хочу подарить свою пятую книжку, которую вышла. Пожалуйста, читай ее. В честь нашего виновника торжества хочу сказать, известный московский писатель, он приехал сюда специально из Москвы, Владимир Крымский. Пожалуйста, Владимир. Мне очень приятно присутствовать на этом прекрасном вечере было. Я специально приехал поздравить Михаила с днем рождения. Вот. Дело в том, что это, наверное, было сделано специально, что даже вот Сергей, ведущий, не сказал об этом, но помимо того, что было сказано Михаилу, но Михаил еще стал членом профессионального союза писателей. Вот, как критик, и поэтому у меня сегодня такая приятная миссия вручить Михаилу билет Союза писателей России. И пожелать всех благ. Благодарю. Всем спасибо!